Пограничники обратились к жителям Ингушетии, решившим совершить хадж в текущем году с просьбой заранее погасить задолженности. Напоминаем, что для пересечения государственной границы паломник должен иметь при себе действительный заграничный паспорт гражданина страны, срок действия которого не истек, в том числе на детей. Нотариально заверенное согласие родителей на несовершеннолетних детей до 18 лет в случае, если ребенок следует без родителей, опекунов, попечителей. При исследовании ребенка с одним из родителей нотариально заверенное согласие не требуется. Свидетельство о рождении на несовершеннолетних детей в нотариально заверенном согласии на выезд из Российской Федерации обязательно должны быть указаны срок выезда и государство, которое они намерены посетить. Имеющиеся задолженности, неоплаченные кредиты, алименты, налоги, пошлины, штрафы заблаговременно согласуйте с Федеральной службой судебных приставов России, говорится в релизе пресс-службы пограничного управления.